Ушел из жизни Вячеслав Краснов, экс-министр физической культуры и спорта, человек, отстаивающий интересы чувашского спорта на всех уровнях. 9 ноября этого года ему исполнилось бы 65 лет. В историю республики он вошел как человек, сумевший в трудные 90-е годы сохранить все спортивные школы Чувашии. Благодаря ему чувашская школа спортивной ходьбы вышла на международный уровень. А в его родной деревне ежегодно проводят соревнования среди юных спортсменов. Вячеслав Максимович внес огромный вклад в создание имиджа Чувашии как спортивного региона. Проведение на нашей земле Кубков Европы и мира по спортивной ходьбе, других престижных состязаний во многом и его заслуга. Последние годы возглавлял региональное отделение Паралимпийского комитета России. Был членом исполкома Паралимпийского комитета России. Прощание с Вячеславом Красновым состоится 26 августа по адресу город Чебоксары, улица Гражданская, дом 19, с 10 часов до 11:30.